Ну, у нас пока никто не смотрит. Привет, да, всем. Здравствуйте. Вот. Ну, что ты говоришь? Что хотелось бы сказать? Хотел сказать, что мы на кухне здесь сидим, вот, играем музыку. Кто-то стоит, кто-то сидит, кто-то лежит. Дело не в этом. Дело в том, что... И мы пока не играем музыку, мы собираемся играть музыку. Мы собираемся играть, играть музыку вроде. Ну и раз мы пока собираемся, хотелось бы, чтобы, если кто-то смотрит наш стрим, может быть, написали как звук, как видео, потому что с мобильного телефона не очень пока понятно. Как здоровье. Да, рассказывайте, как у вас здоровье. Потому что это тоже для нас совершенно загадка, так же, как и звук в трансляции. Мы этого не знаем. Вот, ну, можем сказать за себя, что у нас здоровье тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Так что мы не унываем. На первый взгляд. Ну и на второй. На второй тоже все хорошо. Да. Унывай, не унывай. Наливай, короче. Да, вот, пишут тут, что я ковид, карантин, да, это Олег, привет, Олег Богатинский. Здравствуйте. Да, ну вот мы тоже будем тут карантинник такой, мини-карантинник устраивать. Я вот собираю... Изолентник. Изолентник, да, собираемся изолироваться и изолировать всех вас тоже заодно. Ну, чтобы все были изолентой замотаны. Вот. Я тут не просто так сижу, у меня тут еще гитара в руках. Вот. И через какое-то время она заиграет. Я вот думаю, вот прям сейчас или минут через 40. Я как-то к этому не готов. Я-то думал, что ты без гитары сидишь. Я тут открою страшную тайну. Паша Яковлева тоже в руках есть. Есть что сказать. Есть что предъявить обществу. Вот, у нас тут будут сюрпризы музыкальные, поэтому следите. Мы тут не просто будем болтать, хотя это тоже хорошо и классно. Поговорить, пообщаться в наше время, это очень дорогого стоит. Вот, так что... Пока говорить не изучились. Ну, пока за разговор штраф не берут, поэтому пользуемся этим. Вот, сегодня будет премьера песни на стихи Алексея Тимарева, кстати. Леша, привет. Да, эта песня еще нигде не звучала, поэтому это будет абсолютно эксклюзив, как сейчас люди говорят. Она звучала, ее никто не слышал. Она тут звучала уже несколько раз сегодня. Ну, стены этой кухни не такое слышали, я так думаю. Тут много... Они много перенесли. Много эксклюзивов было. Но они выносливые, стены. Несущие. Да. Ну ладно, я так... Поговорим еще или... Я так понимаю, что нам уже не терпится сыграть, и мне тоже уже не терпится. Нет, я могу терпеть еще долго. Говори еще там. Я думаю, что... Вот, Паша Лосев, привет. Привет. Так, Павел Павлов. О! Тоже привет. Привет, Павлик. Рад тебя видеть. Вернее, не видеть, но я тебя все равно вижу. Ну вот, можно видеть маленький кружочек, это он. Маленький кружочек? Вот этот вот зелененький, да. Я представляю себе Павлика все-таки не маленьким кружочком. Хотя он маленький Павлик, но тем не менее не кружочек. Ладно, ну что? Ну что? Сейчас сыграем. Как раз начнем с песни на стихи Алексея Тимарева. Песня называется «Улетай». Ее подхватил поток. Птичья сказка стала однажды пылью. Часто бывает, для взлета нужен толчок. Ветер наполнил все.
сильные птичьи крылья. Улетай отсюда, улетай отсюда, улетай отсюда, улетай. Птица летела сквозь холод, сквозь мглу облаков. Счастьем горело мятежное птичье сердце. Внизу проносились нарывы людских городов, в которых живые додумались запереться. Улетай отсюда, улетай отсюда, улетай отсюда, улетай. Солнце роняло сверху свой мертвый свет. Запад сменил декорации, стал востоком. Там хорошо, где клетки для птицы нет. Птица летела, подхваченная потоком. Улетай отсюда, улетай отсюда, улетай отсюда, улетай. Такая песня. Вот такая вот она, песня. О, Дездемон Сидоров, привет. Привет, Дима. Покажи нам вот такой вот знак. И мы покажем. Мы тоже могем. Ну что, у тебя есть еще какие-нибудь песни? Да, у меня есть песни. Еще один небольшой маленький вопросик к тем двум людям, которые нас смотрят. Звук как? Ну, может быть, что-то имеет смысл изменить. В этом смысле можно, допустим, подвинуть немножко камеру или... Я не знаю, то есть... Как-то один звук уже, понятное дело, не, мы не изменим, но хотелось бы... Вот, Дездемон Сидоров пишет «Все огонь». Да? Что, звук огонь, слова все слышно. Ну, ну, что тебе еще надо-то? Все, ничего больше не надо. А что ты тогда? Играй давай. Ну, старшие говорят, значит, надо. Так... Ну и следующая песня. Тут уже эксклюзива нет, эта песня играла. Музыка Будённого, слова Ворошилова. Да, эту песню я уже играл в археологии и на ПЧ-драйвере. Но мне нравится песня, я ее сегодня тоже сыграю. Это чисто моя песня на мои стихи. Она называется «Свобода». Шагнешь за дверь, а в телефонной книжке номер на букву «Л» то было давно, когда я писал стихи. Смысл
любви парижской долго понять хотел, забыв про мечту, что были легкие шаги. Я буду делать, что я захочу, ведь я буду делать, что ты захочешь, а ты будешь делать, что я захочу, ведь ты будешь делать, что ты захочешь. Черной полоской дыма нам помахал февраль, и мои дни наедине зимой. Степи, снега и дымы, кто же сюда нас звал? Но счастливы так, ведь мы пришли домой. Но я буду делать, что я захочу, ведь я буду делать, что ты захочешь, а ты будешь делать, что я захочу, ведь ты будешь делать, что ты захочешь. Что ты захочешь, а ты будешь делать, что я захочу, ведь ты будешь делать, что ты захочешь, ведь ты будешь делать, что ты захочешь, ведь ты будешь делать, что ты захочешь. Спасибо. Пожалуйста. За внимание. У нас на саксофоне тут играл человек, которому... Джон Колтрейн. Да, Джон Колтрейн, но вот он просто под столом где-то прячется. Но... На шейке у Стэнли Кларк играл. Ну, и с Пашей Яковлевым вместе они... Не-не-не-не, я еще не знаю. Да. Ну, к сожалению, просто тут... Кто-то уже успел увидеть, как ты это делал. Кто-то услышит, успел, да. Кто-то даже услышит. Ужас такой. Так. Ну, у нас тут будут новые музыканты подключаться. Сейчас вы, честно говоря, обалдеете. Я сам обалдел. Просто какой-то космос. Ну, поехали, короче. Следующий пи. Глазишь. Да и хрен с ним. Я не верю в это. Следующая песня называется «Ответь мне, отец». Тоже ирландская такая, народная. Ответь мне, отец, сколько стоит любовь? Куплю за нее ли бутылку хмельного? Но знай, ответ будет в глаз, а не в бровь, и полон сомнений продолжу путь снова. Скажи же мне, мать, для чего нам печали? Осенние листья летят к урожаю. Проводим друзей, полон слез наш причал. Они уплывут, а мы жить продолжаем. Открой дух, любимый мой брат, ответь, от чего летят птицы на север. Возможно, ведет их пернатый отряд вожак, чья душа преисполнена верой. Моя
собирала целебные травы. Моя сестра молча смотрит на озеро гладь. Сколько стоит любовь? Куплю за нее ли бутылку хмельного? Классно, мне кажется, получилось. Это был Андрей Парахоний, Паш Яковлев. То выросло, то выросло. Мы, в принципе, закончили свою обязательную программу. Если... Это был Паша Яковлев. Паша, а может, в заключение сыграешь песенку? Ну вот, скажи, какую могу. Ну, а твой выбор? Мне не составит труда. Нет, лучше ты скажи, я не знаю, какую. Или пусть люди скажут, я не знаю, надо, не надо. Друзья, у вас уникальная возможность услышать Пашу Яковлева в эфире Андрея Парахония. Да. Сомнительно, конечно, удовольствие, но... Да уж, это спасибо тебе. Да. Да. Ну, я имею в виду в целом. В целом? Просто услышать песни Паши Яковлева – это удовольствие. А вот именно в эфире Андрея Парахония это так, может быть, не каждому понравится. Так, у нас тут люди какие-то появляются. Вячеслав. А, Илья Вячеславович, Владимир. О, Владимир Люмьер. Привет, Владимир. Привет, Володя. Денис Крупнов. Ой, давно не виделись. Давай. Ребята, я, конечно, понимаю, что вы только пришли, но мы уже тут свою мини-программу отыграли. И сейчас бонусная будет песня. Не знаю, я бы хотел, если уж меня спрашиваете, я бы хотел. Услышать, не понимаю смысла. Ну, я тоже так и думал. Я, наверное, так и сделаю. Вы будете играть на саксофоне, на флейте или там, я на клавишных инструментах? Попробую на шейке сыграть. Попробуйте. Не понимая смысла, не понимая.
твой голос. Просто знать, что ты рядом. Слышать слова, которые ты произносишь, не понимая смысла. Спасибо всем, всем привет. Передаю Андрею Пароходе «Бразды правления». А меня зовет Галя. Я должен пойти к Гале. Галя, ты споешь что-нибудь? Всем еще раз привет. Ну, на самом деле, это сейчас вы слышали бонусный трек. В том смысле, что мы уже свою программу отыграли, как бы. Это была моя программа. Не знаю, есть ли еще желание у кого-то еще что-нибудь сыграть, послушать. Я бы, может быть, еще, не знаю, еще бы одну песенку бы сыграл. И... Так сыграй, что ты. И хорошего-то должно быть понемножку. Сыграй. Да, слишком много хорошего, это уже нехорошо. А мне надо... Еще одну песенку сыграю. Правда, еще пока не решил, какую. А не решил. Цой что-нибудь сыграй. Пачку сигарет? Нет, ну Цой я буду играть, видимо, в другой раз. Сейчас я сыграю свою песню под названием «Пиковая дама». Может быть, даже как-нибудь сделаю так, чтобы было видно, что я тут не под фанеру играю с гитарой. Почему-то, мне кажется, так будет симпатичнее. Речку? А, речку! Ну, ё-моё. Тогда давай так. Просто от души спасибо, что вообще напомнил, что речку-то надо сыграть. Ну, давай я её сыграю под конец. А сейчас я сыграю «Пиковую даму». Получается, две песни сыграю. Пиковая дама поссорилась с дамой червей, и родная мама не сможет унять дочерей. А всему виною бедовый крестовый балет. Каждую весною он дарит каждый букет алых роз, не всерьез. Черной королеве нужен черный король, что немного слева каждый играл эту роль. Одержима пешка мыслью лишь об одном, а я неспешно сделаю белым слоном. Словно в космосе невесомость, как и я в этой
полосе. Ты желанный гость. Каждый сам участь выбирал, притяжение. Кто-то будет отрывать штурвал, но уже не я. Дама поссорилась с дамой червей, и родная мама не сможет унять дочерей. А всему виною бедовый крестовый балет. Каждую весною он дарит каждый букет. Алых роз не всерьез. Так, ну, Олег обещал речку, сейчас речку, и думаю, на этой мажорной ноте, хоть песни минорные, надо завершать эту замечательную. Да, тогда я тоже песню спою. А, ну давай тогда я речку и тобой завершим. Мне кажется, да, супер. Тем более, что я же в гостях у Паши Яковлева, он должен завершать. Да ничего не должен. Да, слово «должен», конечно, какое-то нехорошее. Не будем его, будем стараться не употреблять это слово. Употреблять что-то другое будем, но только не это слово. Так, речка, речка. Давно не играл, кстати, песню. Речка, речка, речка быстрая, вода мутная. Пить нельзя, пить нельзя. Чаще рекой. Чаще за рекой ждет тебя твой волк, разноцветных глаз белый словно снег. Как тебя каждый уголок осмотрела ты у меня во сне. Из-под ели-ели течет речка, речка. Из-под ели-ели течет речка, речка. Речка быстрая, вода мутная. Вода мутная, пить нельзя, пить нельзя.
чуть было не сбился я с своей же песней. Меня опять понесло куда-то. Бэк. Олег говорит, что бэк супер. Ему очень понравился твой бэк. Самое удивительное, что... Это не бэк, это меня понесло просто, Олег. Что он... Нет, что этот бэк, во-первых, слышен. А это не очевидно, да? Потому что как бы не знаю, насколько микрофон здесь сильный. Оказывается, сильный, раз бэк был слышно. И во-вторых, то, что он еще и классный получился. Бэк. Бэк камбэк. Бэк камбэк. Бэк in USSR. Бэк in коронавирус. Или как он называется? Это худесно. Господи, опять. Нецензурная лексика. Она у меня в мозгах поселилась. На стихи Александра Страхова песня. Пропеллер пропел, и поезд пополз, гудок попросил, пусти. Шутя извлекаешь множество пользы из каждого метра пути. К тебе протянуты тысячи глаз и несколько сотен рук. Помнишь, девясь еще не раз, как многим стал нужен вдруг. Асфальт уплывает, и вот ты уже копаешься в багаже. Походы в буфет, ветераны в клозет заменят десяток газет. Забытый с младенчества аппетит явит нахинутый рот. Как поезд немедля время летит, покуда жуешь бутерброд. В пленительных кущах купе и кают блин парочки змеем обвил. Попутчики щедро преподают друг другу начало любви. Но если твои седовласые дни тебе остудили поры, загар стюардесс и задор проводник подвигнут на новый порыв. А нет, в коридоре скучает сосед и темы для новых бесед. А карты, а после обеденный сон, а свежая смена кольцом. Забытый с младенчества аппетит предъявит разинутый рот. Как поезд немедля время летит, покуда жуешь бутерброд. Политика, женщины, спорт, геморрой, изысканнейший набор. Вопросы пошло, как раздержанный рой, гудит упоительный хор. Короче, пока нас нагрянувший гром живыми на небо не взял, спешите на пристальный аэродром, берите на пристальный вокзал. Забытый с младенчества аппетит предъявит разинутый рот. Как поезд немедля время летит, покуда жуешь бутерброд. Упусти, шутя
извлекаешь множество боль с каждого метра пути. Шутя извлекаешь множество боль с каждого метра пути. С каждого метра пути. С каждого метра пути. Я, пожалуй, спою еще одну песню, не свою. В 2015 году умер Дегтярюк. И мало песен до нас дошло. Но кое-что дошло. Вот одна из них на стихи Максима Капитановского. Я все время хотел разобраться, почему развалился Советский Союз. И теперь только понял я, братцы, нужно раньше писать было блюз. Блюз должен быть кулинарным. Нужно рябчиков взять перемытых и в кипящей воде отварить телесмак. Перед тем посолить их и откинуть потом на дуршлаг. Здесь прогресс налицо, а по вкусу добавить яйцо. Хорошо истолочь мясо в ступке через сито его протереть. Добавить смоленской крупки приблизительно фунта на треть. А бульон процедить, ну а мясо от костей отделить. Блюдо на тарелке красиво сложить, соль и перец добавить не худо, и, конечно же, рюмку налить. Это элементарно. Блюз должен кулинарный. Всем спасибо. Это песня группы «Второе дыхание». До новых встреч, друзья. А гитару? Гитару. Гитару, да, обязательно. Гитару. Как же ты без гитары? О, Рома, привет.
Привет, Рома. Так. Ну, не знаю, друзья. В принципе, Олег, я так понимаю... Спой песню, хорош. Вот как раз это будет хорошее заключение. Ой, тут какие-то чудеса случились. Вдруг кухня озарилась инопланетным светом. Инопланетяне. Ну, видимо, да. Ну, а что ж ты еще хотел? Простая кухня тебе, что ли? Это ж моя кухня. Не моя Галина. Моя-то ладно. Моя-то куда еще не шло. Так, ну... Думаю, специально для... Да, стало светлее. Галя, но... споешь что-нибудь? Специально для Ромы Туркина надо еще что-то сыграть. Мы уже, как ни странно, 40 минут в эфире. Я сыграл... Сначала свои песни, потом Паша играл, потом снова я, снова Паша. Галя! И я думаю, что, ну просто, чтобы не перегружать данный эфир, я думаю, его надо закруглять. И поэтому вот я последнюю песню специально для тех, кто, может быть, вот только сейчас присоединился, и чтобы мне было совсем обидно. Вот, сыграю, наверное, еще одну песенку, и на этом... Это газировка. На этом мы завершим. Да хоть даже и не газировка. Это важно. Сейчас я только подумаю, придумаю, что за песню мне сыграть. Где кружечка? Какую-то такую песню, которую бы я помнил хотя бы слова. А, ну вот я, кстати, сразу подумал и вспомнил, что у меня есть замечательная песня про котика. И она, по-моему, отлично подходит под завершение любой программы. Ржавой трубе спал, видел сны он о звездной подруге. Встретив однажды, спасибо судьбе, с тех пор бесплодные подруги. Котик сосиски тайком воровал, но покрывал его сторож Сережа. Выпив 100 грамм коту ухо чесал и был на Бога похожим. Котик хотел быть с ней вместе. Котик хотел быть с ней вместе. Еще раз. Тональность не до мажора, а до минор. Я вообще не понимаю еще, о чем ты говоришь. Ну, потому что сейчас очень уложилось именно... Как называется этот инструмент, на котором я сейчас что-то делал? Синхрофазотрон. Да? Да. Буду знать. Ну, на самом деле, это какая-то флейта. Друзья... Это не какая-то флейта, это флейта Ильи Мессина. Он ее подарил. Это не какая-то флейта. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всем желаем здоровья. Пока-пока! Много денег. Пока. Всего доброго.